У них есть два выбора. Первый выбор, они могут воспользоваться региональной программой, то есть он может даже корочку УБД еще не получить, просто справку из АТО. Он на этой справке может отдохнуть по Полтавской области. Это региональная программа. И есть путевки через соцзахист. Можно поехать в Одессу, в Феофанию, в Харьков, Днепропетровск, Чернигов, там 5 или 6 путевок. То есть, в принципе, оздоровляется, стоит очередь.